Всем привет! Вы на канале Кулинарная семья. Все верно. И сегодня наша кулинарная семья будет готовить перец с начинкой. Да, вот такие перчинки у нас просто зеленые. Зеленые. Да, ну не нашли мы красных. Будут у нас зеленые, они будут не менее вкусными, чем красненькие. Мы сейчас их очистим от семян и будем начинять всякой вкуснятиной. Ну что, поехали? Да! Поехали! Для этого вкуснейшего блюда нам понадобится перчики. Перчик. Вот у нас вот таких 8 перцев. Грибы, шампиньоны. Зеленые. Зеленый перчик у нас, шампиньоны. Приправу у нас. Весь перец молотый. И паприка красная, копченая. Так, филе индейки. Сыр. Зелень. И сметанка. Для начала нам нужно вырезать сердцевинку у перчика. Аккуратненько вырезаем и удаляем семена. Вот так. Вот это вот еще. Семена перепоночки с семенами. Тоже мы это все удаляем. Нам нужен вот такой вот сосуд, который будем помещать начинку. Вот такие вот чашечки мы подготовили и будем сейчас их вычинять. Для начала нам нужно нарезать филе индейки. Нарезаем такие небольшие квадратики, ну кусочки как получится, чтобы они хорошо пропеклись. Ну где-то вот такие вот кусочки. Итак, следующее мы нарезаем грибы. Сейчас мы все подготовим, а потом будем уже начинять. Грибочки мы вот так вот. Не будем их сильно мельчить. Теперь натираем сырок на крупную терку. Сыр можно использовать абсолютно любой. Подготовили мы начинку и сейчас будем всю укладывать ее в перчики. Для начала берем сырок. Помещаем сначала на дно сырок. Теперь наши грибочки. Теперь ложечку сметаны. Так, чтобы полностью покрыло все. Ну, еще пару ложечек достаточно. Теперь насыпаем специи. У нас копченая паприка. И смесь 5 перцев. Копченой паприки сначала. Она так вкусно пахнет. Уже слюнки потекли. Достаточно, Настюш. Теперь также небольшую щепоточку смеси перчиков. Какой аромат. И теперь филешку индейки. Помещаем. Давай, клади. Так, молодец. И теперь все это покрываем снова сметаной. Можно использовать вместо сметаны йогурт. Такой вот густой, типа греческого. И снова посыпаем сыром. И так повторяем каждый перчик. Вот такие фаршированные перчики у нас получились. И теперь мы вот эту красоту отправляем в духовку выпекаться. Ну, где-то 30-40 минут будем смотреть, в зависимости, как течет ваша духовка. Духовочка у нас уже разогрелась и отправляем выпекаться. Полчаса прошло. Проверяем наши перчики. Они испеклись, вот такие вот красивые, румяные получились. И сочные, они там внутри просто залиты соком. И ароматные, просто не передать словами. Вот такая вот ароматная вкуснятина у нас получилась.
как же они пахнут потрясающе, просто уже не терпится их попробовать. Ну что, будем снимать пробу. Сырок тянется у нас так потрясающе. Еще хочется попробовать. Она просто сочная, очень сочная, очень мягкая, очень вкусная. Сколько там сыра, как он тянется, грибочки, такой аромат, вкусненько. Ну что, наша вкуснятина готова. Кому понравился рецепт, обязательно ставьте лайки. И напишите в комментариях, кто готовил этот рецепт, кому понравилось, может что-то нужно добавить, что-то изменить, обязательно пишите. Ну что, всем приятного аппетита, готовьте вместе с нами. Всем пока!